Добрый день, уважаемые участники сессии. Большое спасибо за возможность выступить в этом мероприятии. Отдельное спасибо за тему, потому что тема очень многокомпонентная. То есть, с одной стороны, понятие трекинг вроде бы как очень понятен, понятное, о чем что, как переводится. С другой стороны, конкретики и деталей в практической реализации трекинга в патологоанатомическом отделении, ну, даже на данный момент, общаясь с большим количеством представителей как индустрии международной, так и пользователей, каждый, ну, конечно, не день, но каждый год точно, появляются некие места, некие слепые зоны, которые, оказывается, еще не были задокументированы, отслежены и так далее. Здорово, что в презентации доктора Хербста слово «трекинг» уже упоминалось. Он говорил о той системе, которая в их отделении работает на базе платформы DACO. Будет немножко чуть проще благодаря наличию этой связи. Так же, как и в предыдущих прекрасных двух докладах, хочется определиться с терминологией. То есть трекинг, прямой перевод с английского языка – это отслеживание. Когда представляется в бытовом плане, немножко если оторваться от будней медицинских, что такое отслеживание, приходит на ум нечто подобное. И система отслеживания отправлений – когда вы можете понять, на каком этапе находится то, что вы заказали или то, что вы отправили, и с какими-то дополнительными комментариями, какие приключения претерпела эта посылка на своем пути к вам или от вас, к вашему получателю. Это, в принципе, прежде всего система логистических компаний. Даже уважаемая компания «Почта России», надо признать, реализовала трекинг прекрасно. Если мы попробуем все-таки определить, что такое трекинг в лаборатории, ну и конкретно здесь применительно к патоморфологической диагностике, к патологоанатомическому отделению, то я бы предложил следующее определение трекингу, что это отслеживание образца биологического материала, поступившего на исследование, на всех его этапах обработки с обязательным документированием всех выполняемых с ними процедур технологических. Ну и, соответственно, трекинговая система, если говорить о конкретном уже реализации техническом этой задачи, это программное обеспечение для трекинга образцов. Очень часто вопрос, который встает, это как разделить или не разделить понятие трекинговой системы и понятие лабораторной информационной системы. Конечно, любая трекинговая система – это тоже информационная система для лаборатории. Но если мы все-таки говорим о неком традиционном понимании ЛИС, то не всегда задача трекинга по умолчанию стоят перед лабораторной информационной системой. Ну, в реалиях, конечно, те или иные элементы трекинга в большей или в меньшей степени и, наверное, с ходом развития лабораторных информационных систем здесь нарастающим идет результатом, все больше и больше элементов трекинга внедряется. Если попробовать эту разницу немножечко понять поглубже, то я здесь умышленно сравню такой самый базовый стереотипный функционал лабораторной информационной системы и, с другой стороны, максимально возможный функционал специализированной трекинговой системы, возможно, даже не существующей в реалии, да, то есть некий совмещающий сейчас функционал нескольких продуктов, имеющихся на международном рынке, то ЛИС все-таки фокусируется на, прежде всего, нормативной административной работе отделения. И главная задача ЛИС все равно,
как бы то ни было, это подготовка всех необходимых рабочих документов в ускоренном порядке в соответствии с существующими отраслевыми требованиями, с действующим законодательством. То есть это главный фокус ЛИС, без которого ЛИС никогда не будет ЛИСом, если там нельзя сделать автоматический гистологический журнал и так далее, и так далее. Если все-таки говорить на фокус, ради которого, задача, ради которой создавалась трекинговая система, то здесь это некая надстройка над лабораторной информационной системой с очень простой задачей информацию из медицинской информационной системы и лабораторной информационной системы получать и давать ее в том виде, в котором она будет наиболее удобна для работы сотрудников отделения с разными ролями. Очень важно отметить, что только трекинговая система, ну или ЛИС с элементами трекинговой системы, обязательно требует баркодирования. Я думаю, что не скажу новость, если расскажу о том, что очень много лабораторных информационных систем, которые работают в разных регионах нашей страны, в патологоанатомических отделениях, далеко не всегда предполагают автоматическую маркировку кассет, стекол, и уж точно не всегда предполагают получение материала в баркодированных носителях, виалах, контейнерах и так далее. Обычно создается уже номер вручную на этапе регистрации материала, и внутри часто вручную и перепечатывается, или каким-то образом копируется. Если мы говорим именно уже о реализации функционала трекинга, будь то это лабораторная информационная система или это специализированная трекинговая система, здесь уже без баркодирования всех носителей не обойтись. Очень важно, что трекинговая система позволяет не просто построить там дерево носителей, автоматически создавать формы. Самая главная задача именно трекинговой системы – это регистрировать образец в каждой точке его нахождения технологического процесса, формировать иерархию носителей и обязательно сверять показатели. Должен быть очень простой интерфейс. Грубо говоря, если по случаю было положено на этап микротомии получить 3 блока, а пришло 2, то должен быть четкий красный флажок. Надо искать, куда пропал еще один блок. Ну и здесь еще корректность маршрутизации. Это примерно вот тоже о чем я сказал. Немножечко на интерфейсе, на следующем слайде, где про интерфейс расскажу, чуть, может быть, понятнее будет эта часть. Обязательное требование к трекинговой системе – это, конечно, интеграция с оборудованием. В предыдущей части была очень интересная дискуссия на тему системы микросъемки. Конечно, это одна из тех узлов, которые должны быть обязательно туда интегрированы. Система маркировки, по возможности аппаратура. Появляются все больше и больше технологического оборудования, поддерживающего интеграцию с трекинговыми системами, а не только созданием рабочего места около аппарата. Ну и, конечно, это аналитическая информация по нагрузке на оборудование, работе операторов, управлению материальными запасами в режиме реального времени. То есть некие такие могут быть контрольные пульты. Последний пункт. Достаточно активно сейчас реализуется, в том числе производителями лабораторных информационных систем, но, опять же, повторюсь, что моя задача здесь нисколько порассуждать на тему, нужен ЛИС, нужен ли отдельный трекинг или должен быть ЛИС трекингом, а немножко определиться с терминологией, что подразумевается под трекинговой системой. Если посмотреть на интерфейс, я умышленно взял на одном из сайтов одного из учреждений Владимирской области очень-очень стереотипный, простой, не совсем современный интерфейс лабораторной информационной системы, но так или иначе, как выглядит информационная система ЛИС, обычно это все-таки ближе к тому, как выглядит база данных. И есть сомнения относительно того, а должен ли каждый сотрудник, работающий на том или ином этапе технологического процесса, видеть некий инструмент виртуализации этого процесса, об этом много сегодня говорили, именно в таком виде. Или ему будет проще увидеть это
в каком-то таком виде. Например, для оператора микротома, у которого стоит простая задача из блока, который он поступил с QR-кодом, сделать три среза и три стекла, возможно, ему будет проще видеть это так. При этом, еще раз говорю, трекинг не исключает наличие лис, и данные – это просто удобный и простой интерфейс, опять же, для вывода информации на, для оператора, исключение человеческих ошибок. Ну, о задачах, для чего нужен трекинг, я еще поговорю. Ну и здесь еще вот важный комментарий. Это позволит эффективно разделить роли. То есть, конечно, врачу избежать контакта работы именно с базой в ее классическом виде данных, как вот слева на картинке, не избежать. Естественно, медицинский регистратор и другие сотрудники тоже административного звена должны с ней работать. Но вот для части ролей, может быть, будет удобнее использовать более простой интерфейс чисто трекинговой системы. Ну, здесь уже к этому, в принципе, логично постарался подвести, что трекинговая система – это ни в коем случае не альтернатива ЛИС. Не может быть замены ЛИС. И в целом, мне кажется, что я отражу здесь все-таки точку зрения большинства представителей индустрии, что устройство, ну, наверное, может быть, и практическая медицина, что устройство все в одном не всегда являются эффективной заменой нескольких устройств. И возможно, что специализированное программное обеспечение для трекинга, которое интегрируется с ЛИС и МИС, действительно может повысить эффективность работы всех этих информационных систем в одном отделении, получить некий такой синергетический эффект. Ну и вопрос, с одной стороны, очень простой, наверное, с другой стороны, не очень. Зачем нужен трекинг в ПАО? И здесь можно посмотреть на несколько существующих современных трендов. Много очень редакций этого списка трендов сейчас существует. И представлено было, например, вчера была сессия по информатизации здравоохранения, там об этом тоже говорили. Но здесь вот те, которые представляются более значимы для обсуждаемой темы. Первое, и тут, возможно, было в дискуссии Елизаветы Сергеем Леонидовичем на позапрошлом докладе, это кризис нехватки профессиональных кадров, перегруз специалистов. И вот здесь есть статистика американская. По 2013 году, свежее, к сожалению, у меня нет, но она более чем показательная. Она говорит о том, что абсолютный дефицит – это врачей и патологоанатомов. В США к 2030 году оценивается как вот в 5700 специалистов. То есть конкретный дефицит, то есть те людей, которые будет физически не хватать для закрытия того ожидаемого потока материала, который будет. И пока нет здесь, наверное, те врачи, может быть, педагоги, кто работает именно с новыми поступающими кадрами в профессию, не дадут, наверное, мне соврать, если я скажу, что тенденции, что это принципиально изменится в ближайшее время, ее нет пока. То есть, скорее всего, объем нагрузки и нехватка специалистов будут нарастать. И, с другой стороны, сложность задач нарастает, информатизация нарастает, и вот это вот тренд, который очень сильно, на мой взгляд, влияет на то, как мы отвечаем на вопрос, насколько нужно, в принципе, цифровое здравоохранение. Вторая есть – это то, что каждый замечает, что жизнь меняется, и в том числе в патологоанатомической диагностике, во взаимодействии с клиническими подразделениями, во взаимодействии с пациентами, со страховыми компаниями и так далее, тоже происходит некая трансформация стандартных процедур. И все больше и больше вес начинают приобретать
понятия скорости, простоты, работы в одно касание, удаленного доступа, безопасности, экономической эффективности. Появляется такое понятие, о котором также говорили коллеги в предыдущем в предыдущих докладах, это мультидисциплинарные команды, их необходимость и значимость, в принципе, как идеального формата работы по каждому случаю, наверное, в большинстве случаев, хотя бы в теории, сейчас не подвергается сомнению. Ну и, как уже в самом начале, обсуждая первую проблематику, говорил, все равно скорость накопления информации, роста возможных задач, которые могут быть реализованы с помощью цифровых технологий, они сильно опережают реальное развитие IT-инфраструктуры. И поэтому, это тоже есть статистика 2013 года, в том числе и не до конца совершенные механизмы использования информационных систем приводят к своим ошибкам, в том числе в патологоанатомической диагностике. Но еще есть очень важный тренд – растущая субспециализация в практической патологической анатомии, не только на онкологическую и неонкологическую, и внутри онкологии, естественно, все глубже и глубже те или иные центры, те или иные отделения начинают специализироваться на определенной онкологической группе. И четвертый, об этом тоже уже отлично поговорили, мне кажется, очень хорошо, что я иду после тех докладов, это запрос на интеграцию диагностических данных и в целом трансформация рабочего места в патологоанатомическом отделении. То есть вот здесь некий вариант того, как рабочее место врача-патологоанатома может выглядеть. И, в принципе, это теми же словами, другими словами, но то же самое, что обсуждалось, что за этим пультом сидит врач-патолог, и он получает данные от лаборатории, он получает клинические данные, в том числе от каких-то предыдущих мультидисциплинарных обсуждений, он видит, собственно, свою часть, и он видит радиологию. И на основе этого, только на основе этого, представляется, может работать эффективно мультидисциплинарная команда. Ну и в целом, все это, в принципе, сводится к понятию, используем, да, это переходу на цифровую экономику, цифровое здравоохранение. Наступит это раньше или позже, должно наступить в той форме, как это мы видим сейчас, в какой-то другой, это отдельный вопрос. Но что самое важное, что невозможно эффективная работа вот на этом участке, если у вас нет точной, воспроизводимой в любой момент задокументированной информации о том, что происходило с образцом. С того момента, как он покинул тело пациента, не будем говорить тело, покинул пациента, и в виде микропрепарата оказался в сканере ли или на предметном столике лабораторного микроскопа. То есть трекинг понимается как необходимое условие реализации задач виртуализации патологоанатомического исследования, цифровизации патологоанатомического случая и в целом является неотъемлемым требованием того, чтобы переходить к истинно-цифровой патологии. Здесь есть две статьи, они заказные, то есть они проспонсированы участниками отрасли были, но тем не менее они репрезентативные, были представлены в уважаемых источниках. Здесь еще есть два аспекта. И вот он, один из них, отвечает на вопрос, не является ли внедрение цифрового здравоохранения дополнительной нагрузкой на специалиста. То вот о чем была дискуссия и вопрос у Сергея Леонидовича. Потому что объективная реальность, если сейчас посмотреть на любое патологоанатомическое отделение, то с большей или меньшей долей вероятности можно найти кучу операций, на который тратится время как среднего персонала, так и высшего медицинского персонала, которые так или иначе могут быть усовершенствованы или автоматизированы.
Конечно, уже на этапе, когда валидационный этап внедрения завершено. И здесь есть статистика по одному из учреждений об ошибках, что до 90% ошибок исключаются, а ошибки – это один из драйверов нецелевого расходования времени, ну, иногда и дополнительного расходования средств в лабораториях. И вторая – про экономию времени. Вот на примере данного отделения из Kent Hospital в Соединенном Королевстве за год им удалось сэкономить после перехода на полный трекинг, в том понимании, как это было в 2015 году, сейчас еще много чего изменилось с тех пор, почти 2866 часов чистого времени. Что, если говорить о практической реализации решений для трекинга? То есть вот на этой схеме изображены основные этапы, которые подразумеваются как базой, для которой должен быть реализован трекинг. То есть здесь отражены несколько вариантов поступления, в том числе материала, поступающего сразу в виде микропрепаратов или полного цикла исследования для биопсийного операционного материала, поступающего в фиксированном виде. Важно отметить, что есть совершенно разные подходы к тому, что должно быть обязательно включено в трекинг. И если раньше были производители, их было больше, которые говорили о том, что трекинг может начинаться с этапа формирования стекла и включать в себя окрашивание, иммуногистохимию и выдачу уже на врача, то сейчас, в принципе, почти все решения говорят о том, что должны быть документированы и отслежены все-все-все этапы, чтобы можно было увидеть в каждой точке само начало поступления в лаборатории. Но опять же вопрос, на самом деле это все критические этапы. В любом случае, очень важный вопрос, который поднимался в дискуссии вот буквально на предыдущем докладе об использовании макросъемок. Однозначно есть тренд, что если когда-то речь шла о том, что макроскопическое исследование используется только для отдельных сложных случаев, представляющих в последующем научный или учебный интерес, то же самое для сканеров, что сканировались только отдельные случаи, представляющие какой-то интерес, то требования, формулируемый на данный момент к цифровой патологии, к цифровому здравоохранению, предусматривает только 100% документирование для 100% поступающего материала. Только в таком случае, в случае появления проблем уже на позднем диагностическом этапе, у вас будет возможность развернуть ретроспективу всего того, что происходило с этим препаратом на всех этапах и понять, подтвердить, что да, неожиданный диагноз, но все было сделано правильно, но я сейчас так утрирую, конечно. Или найти ошибку быстро и просто и по максимально возможности ее исправить. Но, как я уже сказал, вот в этой схеме, как выясняется, тоже есть изъяны. Есть на самом деле и другие критические точки, и я бы их назвал слепыми зонами. Для большинства трекинговых систем и для большинства лабораторных информационных систем с элементами трекинга на сегодня. Вот на этапе транспортировки контроль количества и состава отправленного и поступившего материала. Виал, вакуумных пакетов, контейнеров. Очень часто в отправлении могло быть больше носителей информации, потому пока, ну, тех же, условно говоря, виал или малых контейнеров по одному пациенту, чем пришло в лабораторию. С этим, я думаю, многие сталкивались в своей практике. Наличие отслеживания и контрольного этапа, сколько было в отправлении, это может быть информация, полученная из направления, из медицинской информационной системы, и сколько получено медицинским регистратором, оно помогло бы здесь сразу увидеть эту ошибку. Фотодокументирование сопроводительной документации и маркировки для 100% материала. Здесь отдельно имеет смысл сказать про документирование сопроводительной документации, потому что при работе с классической ЛИС большинство направлений существует в электронном виде,
И не всегда предусматривается наличие еще и фотодокументирования направления поступившего, а особенно фотодокументирования того, что понаписано на контейнере, на виале, более или менее разборчивым почерком. И маркировки для 100% материала имеется в виду, то, что я упоминал, это маркировка в том числе и носителей долабораторных, то есть контейнеров, виал, пакетов. Доступность информации о качестве используемого фиксатора. Всегда говорится о том, что фиксация – это то, что определяет все последующие качественные показатели диагностики. При этом, как часто в случае проблем артефактов, предположительно связанных с фиксацией, из лабораторной информационной системы вы получите информацию о серии, сроке годности, качестве, ответственном лице, подготовившем конкретный фиксатор или конкретной партии готовых контейнеров в случае этих подозрений. Ну, сейчас практически никогда. На этапе макроскопического исследования вырезки отдельный здесь вопрос стоит, что очень много говорится о документировании операционного материала, потому что здесь временные трудозатраты, доступные решения от производителей позволяют на данном этапе это обеспечить более-менее эффективно, без увеличения нагрузки. А вот что касается документирования, ну, не макроописания, макрорегистрации, так скажем, биопсийного материала, контроля, опять же, сколько пришло элементов биопсии внутри виалы, да, это сколько там этих маленьких-маленьких кусочков, 1, 2, 3, фактически сейчас эта информация не документируется. Она может быть важной, если мы поговорим про второй этап. Это автоматизированный контроль сохранения количества и качества материала. Например, на этапе вырезки 2 фрагмента биопсии было положено кассету, а на этап заливки парафинового блока один из маленьких кусочков не добрался. В текущих условиях увидите вы это или нет? Представляется важным, что эта информация могла бы быть полезной. То же самое касается количества кассет, потому что в большинстве случаев сейчас не сканируются все кассеты, которые загружаются в гистопроцессор, а они так или иначе формируются в некие батчи, да, то есть по 100, по 300 штук привязывается штрих-код, даже если это делается, то к корзине. И подразумевается, что да, кассета, после того, как корзину отштрих-кодировали и пометили, что она внутри гистопроцессора, значит и кассета, извините, значит и кассета, которая была в этой корзине, все 100 штук тоже в этом процессоре. А это не всегда. 2 минуты. Спасибо. И обработка материала. Как я уже говорил, появляются прототипы приборов, в том числе гистопроцессоров и классических стейнеров, которые могут выдавать статус проведения окрасок, как сейчас делают иммуностейнеры, в трекинговую систему. Ну и об этом уже сказалось очень много, просто прорезюмирую, что невозможно трекинг и цифровую патологию просто реализовать, не сделав огромную предварительную работу аудитов всего процессов, иногда подразумевающую и перепланировку всего помещения патологоанатомического отделения. Без надлежащего сопровождения внедрения, тоже об этом говорили, должны быть специальные рабочие группы создаваться. Ну и, конечно, большим, в принципе, ограничивающим фактором сейчас внедрения всех информационных систем в здравоохранении является, конечно, текущие регуляторные требования. Но здесь только можно рассчитывать на какую-то солидарную позицию профессионального и индустриального сообщества с тем, чтобы выработать все-таки адекватные требования к регистрации программного обеспечения и отнесению, не отнесению того или иного программного обеспечения к медицинским изделиям. Последний слайд. Его очень любят наши итальянские коллеги из компании Milestone. Мне лично он тоже очень нравится. Он говорит о том, что все затраты, которые относятся к лабораторному этапу в патоморфологии, они весят всего 2-3% от всех затрат на здравоохранение. Ну, в бюджете каждой организации, конкретно медицинской. При этом они определяют до 70% всех результатов. В основном, конечно, здесь фармацевтические препараты и какие-то дорогостоящие манипуляции. Это я говорю к чему? К тому, что также Елизавета уже говорила, что, конечно, все эти новые цифровые технологии, они стоят дорого.
Но они все равно остаются в допуске до 5% от общих расходов медицинских здравоохранения. А при этом вес их в последующих возможных нецелевых расходованиях может быть до 80% в тех же некорректно назначенных химиотерапевтических препаратах и так далее. Помните об этом, когда внедряете или запрашиваете финансирование на тот или иной проект. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Спасибо большое. Мы немножко выбиваемся из регламента, поэтому извините. Я думаю, что если есть вопросы Павлу, то он ответит на них в кулуарах. Мне просто хоть... ну хорошо, Сергей Леонидович, один вопрос. Да, Павел, вопрос очень актуальный. Связан он с внедрением этой системы. И есть ли уже какие-то данные по тем цифрам, или с цифрами, которые отражают количество ошибок, которые встречаются при использовании трекинга внутри лаборатории и без использования, насколько это эффективно и исключает ли вообще все-таки ошибки использования даже хорошо настроенной системы? Ну, я кратко отвечу, что, во-первых, в моей презентации не шла речь о конкретном готовом продукте, да, хотя несколько вариантов продукта за кадром есть. И есть несколько статей, публикаций, вот как раз откуда взято про снижение до 90%, и есть лаборатории, показавшие 0% в устойчивом динамике истории наблюдений, отсутствие ошибок. И эти статьи просто вам скину.